А здесь что будет? Это плетение. Просто они с той стороны сейчас начали, что да. Техника могла проходить. И перейдут на эту сторону. А наверху там по проекту это вчера. Нет. У нас основной объем уже свой есть. Подряд, все закупили. Сейчас. Ну, просто техника, чтобы прошла туда. Ну, вот сейчас тот фасад делаем уже, вот плитка. Когда они закончат там, мы сейчас снимаем, переставляем сюда, и уже этот фасад пойдет, в принципе, уже примет. Сегодня просто рабочая поездка по объекту инвестиционной программы, которые сдача планируется до конца 2013 года или в первом квартале 2014 года. Мы посмотрели объекты в городе Владикавказе, школу, лечебно-диагностический центр, школу в Кумалаге, вот, в Кардине спорткомплекс, здесь, в Артоне. Ну, как говорится, есть, конечно, проблемки большие есть. Ну, все решаемое и, как говорится, достаточно хорошее впечатление. И хочется слова благодарности строителям сказать, которые вот в Ордоне сейчас замечательная школа. Мы посмотрели еще, как говорится, двух зайцев убивает в одном крыле. Здесь и детский сад, что планируем открыть. Есть возможность, чтобы очередь в Ордонском районе больше 600 человек, очередь в детский садик. Хотим хотя бы на 100 мест пока здесь открыть. То есть, скажем так, удовлетворены поездка. Думаю, есть те нюансы, где проблемы, которые отмечены. Сейчас примем меры к устранению. Я думаю, все в срок будет сдано. Все объекты.